С добрым утром, друзья! Привет, привет, привет! Очень рады новой встрече. В эфире мастерская с Каркушей. И Сережей. Каркуша, ты сегодня очень задумчивая. Да не задумчивая, а мечтательная. И о чем же твои мечты с утра пораньше? О морском путешествии. Вот бы прямо сейчас оказаться на корабле посреди океана. Каркуша, ну, океан не обещаю, а вот кораблик организовать могу. Правда? Да, и сделаем его своими руками. Ой, ну я вижу, у тебя что-то уже подготовлено. Верно. Смотрите, ребята, какая аппликация у меня есть. Голубая гладь воды, волны, облака. Ой, здорово. Я готова помогать. Тогда слушай внимательно, что еще нам понадобится. Ага. Кроме этого голубого листа картона понадобится дырокол, шерстяная нитка, картонный кораблик. Картинку я нашел в интернете, распечатал и вырезал. Ну, а клей-пистолет у нас всегда под рукой. Так, а для чего тебе дырокол? Сейчас поймешь, Каркуша. С него-то мы и начнем. Ой, так, рассказывай и показывай. Итак, с помощью дырокола мы будем делать... дырки? Правильно. Они будут располагаться с двух сторон листа. Вот здесь, чуть выше волн. Так. Раз. И вторая дырка вот здесь. Два. Два. Готово. А что дальше? Теперь надо к нашему кораблику приклеить нитку с обратной стороны. Так, приклеиваем. Ну, сначала возьмем нитку. Длинная такая? Нужно приложить к дыркам и понять расстояние от одной дырки до другой. Ага, вот так. Определили расстояние от одной дырки до другой. И сейчас, Каркуша, приклеиваем кораблик. Вот здесь. Ага. Ребята, ну вы же давно знаете, что клей в пистолете очень горячий. Поэтому с ним должны работать только взрослые. Готово. Кстати, я хотела спросить, а зачем нужна эта нитка? Очень хороший вопрос, Каркуша. В данном случае нитка – это секретный и очень важный элемент нашей поделки. Очень скоро ты сама поймешь, почему. А, ну ладно, тогда продолжим. Продолжим. Концы нитки продеваем в отверстие. Так. А вот этот конец в отверстие напротив. Так, продели. Что мы будем дальше делать? Кораблик нужно поместить вот здесь с краю. Так. Затем лист перевернуть. Натянуть длинную часть нитки. И все зафиксировать узелком. Завязываем узелок. Смотрите внимательно, ребята. И у нас должен остаться вот такой длинный хвост. Зачем? Это очень важно, Каркуша. И сейчас я покажу, для чего. Давай. Итак, устраивайтесь, друзья, поудобнее. Сейчас будет что-то интересное. Я тяну за длинный конец веревочки и... И... О, класс! Кораблик плывет по волнам! Вернем кораблик на место. Смотрите, как это выглядит с обратной стороны. Просто тянем за длинный конец веревочки. И кораблик перемещается. Ой, как здорово, Сережа! Я как будто сама побывала на море. Замечательная поделка получилась. Ребята, сделайте и вы такой подвижный кораблик и удивите родных и друзей. Всем обязательно понравится. А у нас на этом все. До новых встреч! Следите за выпусками нашей мастерской и присылайте фото своих работ. Адрес внизу экрана. До встречи на канале «Карусель»! Кар-кар-кар! Ну что, поплыли?